Врач-терапевт Татьяна Иванова незамедлительно приходит на помощь больным по вызову в любую погоду, будь то мороз или слякоть. Сейчас это стало гораздо проще и приятнее, ведь под рукой машина с водителем. А еще вчера она бегала с медицинским чемоданчиком наперевес. Сил на всех пациентов и времени не хватало. Стало намного легче, потому что приходилось иногда большие расстояния преодолевать самостоятельно, брать с собой костюмы в пакетах, а теперь есть машина, и можно много времени сэкономить и обслужить как можно больше пациентов. Они очень радуются этому, говорят, спасибо, что быстро приехали, достаточно оперативно работаем. Раньше без машины участковый врач мог посещать до 20 пациентов в день. Теперь с приобретением новых, оборудованных по последнему слову техники машин, до 35. Сначала городская администрация выделила поликлинике 5 машин, потом еще 4 поступили от губернатора. На которых сегодня наши врачи обслуживают вызовы, оказывают медицинскую помощь на дому, развозят медикаменты, наблюдают пациентов, в том числе и с коронавирусной инфекцией. Такая помощь нужна, нужна очень сильно, и она пришла вовремя. Вовремя и для врачей, и для медицинской организации, и, естественно, для пациентов. Всего больницам региона губернатор Дмитрий Азаров передал ключи от 135 машин. В распоряжении медиков поступили 73 Нивы с приемным устройством и носилками. 60 машин «Лада Гранта», по одному «УАЗу» и «ГАЗ Соболь». Помог реализовать проект президентский грант, который регион получил за прошлогодние достижения в социально-экономическом развитии. 100 миллионов рублей из этого гранта пошли на покупку автомобилей для медиков. Сергей Кизоркин, «События».